не вечер. Вообще эти шарики — это чудесное средство для расслабления мышц. Вообще всего. Вот мне сейчас даже не очень удобно умеешь, прям приятно. Я сейчас чувствую лопатки, мы запрещаем возможно. Ладошки потолок. Между большим указательным пальцем гантели фиксировали. Второй ладошкой остро цирковали. То есть нам не надо ее держать в руки в руки. Нам надо максимально рассадить эту ладошку. Исходная позиция, помним, гантели подбородком, локти слегка особы. И пробуем, что делать. Аккуратно. Гантели опустить за голову. И медленно вернуть обратно, пока мы никуда на шарике не катаемся. Только опускаем гантели. Локти чуть-чуть согнуты. Медленно за голову. Приятное движение чувствуется подмышкой. Правильно. Правильно? Это наша широчайшая сейчас. Как раз таки много дел. Плавно. Боли в плечевом суставе быть не должно. Никакого дискомфортного ощущения. Никого нет? Пробуйте ниже опускать. И обратно. Еще раз заходим. И медленно обратно. Пола. Сейчас у нас тянутся мышцы передней поверхности, до нашего корпуса, мышцы пресса, межреберные, немного грудные, да, вот мы ощущаем подмышные впадины. И в этот же момент максимально все мышцы задней части, которые как раз-таки позвоночный столб держат, они сейчас максимально расслабляются. У нас есть, да, растяжка и есть расслабление. Это разные вещи. Одно другому очень сильно помогает. И аккуратненько с вами гантели оставляем за головой и чуть-чуть покатаемся вниз. И обратно. Это просто блаженство. Правда, на этом мяче помогается? Снова обратно. Почти что попробуйте, когда гантели мы уже бросили там за голову. Попробуйте фактически дотянуться таким образом, чтобы чуть ли не затылка коснулась пола. Гантели поставляем за головой уже. О, мостик. Ну, выкручивайтесь, выкручивайтесь так, чтобы пупок был на самом верху. О. Дальше гимнастика. Ну. Аккуратненько. Мяч всегда в открытом доступе. Вы можете так расслабить свою спину после любой тренировки. Плавно. Давайте опустимся сейчас обратно. И последнее, что сделаем. Развернемся с вами. И упадем на волшебный мяч. Сверху на мяч. Под поясницей, когда забито, очень классно. Локти опускаем вниз. Обязательно.